прокуратура столицы установила наличие нарушений в ходе расследования уголовного дела в отношении футболистов Краснодара и петербургского «Зенита» Павла Мамаева и Александра Кокорина. В ведомстве заявили об этом после изучения обращения адвоката Мамаева Игоря Бушманова. Он сообщил ТАСС, что следователи не установили все обстоятельства дела, требующие доказательств. Следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме, уточнил он. Прокуратура потребовала устранения выявленных нарушений, добавляет газета «РУ». Накануне 12 декабря адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина, заявил, что его клиент может стать калекой из-за содержания в СИЗО. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.